Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена. У нас сегодня распаковочка от нашего любимого Василька. Ух ты, там одеяло у тебя? Да. Вау. Для доченьки, наверное. Еще раз привет, мои хорошие. С вами ваша Елена. Сейчас я вам покажу обзор Василька. Продолжение, если так можно сказать. Заказала я одеяло от нашего любимого Василька. Одеяло дачное. Вот такой, девочки. Размер 172 на 205. На 205. Вот такое одеялко. Хорошо там подошли? Очень. Нормально, да. Сейчас я его раскрою. И мы с вами посмотрим. Смотрите, какое шикарное, шикарное одеяло. Какое мягкое, какое легкое. Очень легкое, девочки, смотрите. Шикарное просто одеяло. Так, здесь у нас одеяло лаванда. Расцветка лаванда. Так, без очков плохо вижу. Сейчас очки принесу. Сейчас, подождите. Так, мои хорошие. Здесь у меня есть накладная. Так, одеяло. Одеяло бюджет, лаванда. Легкая. Так, 172 на 205. Цена одеяла 768 рублей. Я считаю, что цена вообще просто смешная. Для такого шикарнейшего одеяла. Просто шикарнейшее. Девочки, ссылочку на компанию Василек я вам оставлю в описании под видео. Обязательно заходите. И, возможно, сегодня вы уже сможете сделать свой первый заказ, мой хороший. Также я, девчонки, это уже по обычаю, как говорится. Уже у нас это все, как говорится, заведено. Заказываю обязательно полотенце. Этот раз заказала полотенце махровое. Так, 50 на 90. 50 на 90. Сейчас вам покажу, мои дорогие. Вот такое, девочки, полотенчико. Вот такое полотенчико. Мягенькое. После стирки не меняется. Это самое важное. Так. А это, девочки, заказала я костюм. 52 размер, девчоночки. Ну, для себя. Для себя любимой. У меня был немножко другой, Танюш. Сейчас вам покажу, мои хорошие. Ну, придется сделать примерочку. Я думала, не буду делать никакую примерочку сегодня. Оказывается, надо делать примерочку. Вот, девочки. Ну, это другое. Вот такая кофточка. Такая. И вот такие штанишки. Штанишки. Ну что, пойду померю? Иди, иди, иди. Пойду померю, девчонки. И вам покажу. Давай я стул поставлю, ты иди. Девчоночки, померила костюм. Он мне маловатый. Вот здесь рукава. Это просто я не знаю. Это не для меня, девочки. У меня, видно, слишком руки толстые. А штаны тебе как? Ты такой, ну, штаны, вот, смотрите сами. Штаны. Так. Так, футболка кофточка. Нормально. Тебе просто футболка, вот тут, в руках, да, немножко она тесно. Она мне, это самое, узковатая. Руки, девочки, у меня не по размеру. Надо все-таки заказывать. А футболка такой размер? Нет, футболка так. Твой размер. Так, футболка нормальная. А вот руки где? Да. Это не мое, девочки. Очень-очень это самое. Не знаю, как похудеешь, будет. Чуть, ничего страшного. Ну, в общем, вот, девочки, вот такой костюм. Но это, сразу говорю вам, не мой размер. Хотя это размер 52-й. Это вообще мой, как бы, размер. Но так как Василек шьет иногда на размер меньше, я вам всем просто советую, кто будет заказывать себе вещи, заказывайте на размер больше, потому что даже после стирки делает, как говорится, делается посадка всех вещей. Так что имейте это в виду. Ну, штанишки, допустим, я буду носить. Дома ходить с футболочкой. Но эта кофточка, тут, наверное, только когда похудею хорошо, смогу где-то ее одеть через полгода, наверное. Она мне будет свободная. Девчата, еще одно полотенце. Мое любимое полотенце. Люблю я полотенце. Ой,
Узбекистан, Туркменистан. Девочки, это раз вот такие вот маленькие полотенчики. Как раз. И для кухни, для ручек. Очень такие удобные. Для косметических, кстати, процедур. После косметических процедур такое полотенечко на лицо, на шею вообще просто отличное. Так, это у нас идут полотенца. Фиолетовый цвет, Узбекистан. 4 штуки по 42 рубля. А 168 рублей за одну упаковочку вот таких, девочки, полотенц. Я считаю, что это недорого. И это вполне, в принципе, приемлемо. А там что, футболка? Давай сперва там посмотрим. Это... А, вот это? Ага. Вот что? Еще что-то. Так. Костюм. Опять мой размер. И тимерий. И 52 размер, девочки. Только переоделась. Ладно. Ой, кстати, у меня же такой был костюм. Да, да. Мне так понравился, девчонки. Свеженький, свежак, свежак. Да, заказала себе. Бриджами. Бриджами, да. Девочки, пошла мерить. Сейчас она в нем останется, потому что это любимый костюм. Это мой любимый костюм. У меня просто тогда вот эту футболочку, я не помню, Данюшка мне что ли? Заляпал, да. Да. И она не стала даже у меня отстирываться. Сейчас померю, девочки. Ждите новый дефиле. Ну вот, девочки, это точно мое. Вот такой шикарный. Даже тебе идет. Ну, идет, да. Это мой, как говорится, любимый такой костюмчик. Я уж такой заказывала. И просто очень довольная новым его приобретением. Так что, девочки, заказывайте. Размер 52, трикотаж. Качество просто отличное. Свободного кроя. Такие вот лосины. Короче говоря, девочки, шик модерн. Мне очень нравится. А вам? Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите свои отзывы в комментариях. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Продолжаем. Ну, я поняла, так ты переодеваться не будешь. Сейчас не буду. Ну, присаживайся, давай показывай плед. Присаживайся, давай показывай плед. Да, девочки, еще раз показала плед. У нас уже есть такой плед. Но этот размер немножко поболее. Кстати, а зачем ты еще один заказала? Очень теплый, очень теплый. А что ты такую же расцветку заказала? А знаешь, Тань, почему заказала? Потому что я хочу себе два таких пледа. Ляпнула на свою голову. Ответила на свой вопрос. Нет, просто это самое. Короче, девочки, я заказала еще один такой же плед, который у нас уже есть. Нет, мне просто очень понравился. Нет, расцветка у него очень красивая, вот. Да. Я хочу его Кристиночке укрываться. Вот такой. Она, потому что у меня дала такой плед укрываться. Я решила ей такой же плед заказать. Ну, нравится ребенку. Вот. А какой я шикарный заказала плед. А мне нравится. Очень. А вам тоже. Иди. Ему тоже нравится. Классно, да, девочки? Классный плед. Размер, между прочим, такой же, как и я заказала. Да? Да. Да. И, девчонки, еще одна обновочка. Постельная. Такого я еще ни разу не заказывала. Это у нас с вами постельное белье. Подари сыну. Так, вязь 100%. Хлопок 100%. Так, это у нас с вами, знаете, как идет полутораспальная. Это я заказала, Танюшка. Кристина, или тебе, кому захотите, да. Кто из вас вперед успеет, того и будет. Так. Ну, это очень красиво. Заказать надо постельного вообще, да, мам? Да. Побольше. Это, девочки, очень красивое постельное белье. Шикарное просто, просто шикарное. Цвет красивый какой. Цвет красивый, да. Сейчас покажу. Звездное. Да. Звездная. Ой, господи. Девчонки, вот такие наволочки. Вот такие наволочки. Вот. Видите, такие? Млечный путь такой. Наволочки. Оригинально. 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 Такая же, девчонки, простынь. Простыня. Такая же идет. Смотрите. Оригинальная, правда? Тань, так хорошо видно? Да.
Просто оригинальное. Лучше бы все в звездочку было. Так. И под одеяльник, девчонки, идет вот такой. Вообще классно. Вот такой шикарный, красивый. Да? Очень красивый. Вообще шикарно. Вообще просто шикарно. Смотрите, девчонки. Ой, красота. Красота. Лепота. Лепота. Вот такое шикарное, девочки, постельное белье. 100% хлопок без. Вот. Кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а я буду на сегодня с вами прощаться. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения и всего вам самого доброго. С вами была ваша Елена. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Не забываем.